Нет ничего проще, чем похудеть. Я лично это делала 600 раз. Эта фраза была сказана по поводу того, как бросить курить, но по поводу похудения это тоже очень хорошая фраза. Очень многие из нас уже это делали, пересидели на всех диетах и так далее. Но вес возвращается, потому что нет культуры питания, друзья. Один раз понять, что такое культура питания? Вот вы же понимаете, что такое культура речи, говорения, да? И вы, ну, я надеюсь, там на мате не разговариваете, да? Вот. А есть такое понятие, как культура питания. Когда вы ее понимаете, это нужно один раз понять и всю жизнь применять и собирать крутой урожай и результат иметь, да? Вот. А что мы делаем в системе старости? Нет, мы ее прививаем. Не бывает двух одинаковых людей, которые вот одинаково прям должны питаться. Поэтому я резко против всяких готовых рационов. Нет, вы должны под себя подобрать, потому что у нас разный рост, разный вес, у нас разный способ двигаться и активность физическая и так далее. То есть мы очень разные, мы живем в разных уголках мира, кто-то в Австралии, а кто-то за Северным полярным кругом. Соответственно, у нас разные продукты, вы должны это для себя сделать. Один раз физиологию питания понять, и всю жизнь вы будете в оптимальном весе. И главное, чтобы вы себя не делали это через силу воли. Есть люди, которые просто перестают есть. Да, она худая. Она сначала сама садится, а сверху садится ее кожа. Сначала она на стул присела, а потом кожа шатром садится на этот стул. Вы этого хотите? Или мы, может быть, будем стройнеть? И красивое тело только у тех людей, которые его строят, которые кормят его. Это очень важно. Сколько длится результат? Он длится невероятно большое количество времени. И у нас в системе старости нет, есть чат бесконечно, постоянно работающий. И мы с вами работаем в долгую. А ну-ка, я с вами договариваюсь каждое утро к вам в гости на кофеёк приходить 9 месяцев подряд. Конечно, будет результат, ребят. Что такое работающий чат? Вы пожаловались, мы ответили. Вы похвастались, мы вас поддержали. То есть человеку, особенно, друзья, я понимаю, что у вас там всего лишь 5 килограмм лишнего веса, ладно, 15. Но у кого 100 килограмм и выше, вы уже сами не верите, что вы можете 60 весить. Но я в вас верю, мы в вас верим. Потому что мы убираем хлам из пищи, мы добавляем чуть-чуть физической нагрузки, и вы прям каждую неделю радуете результатами. Слушайте, просто сделайте это уже. Пусть это будет ваша последняя попытка. Я понимаю, что вы уже много всего сделали. Все, последняя попытка. Нажимайте под этим видео, строчечка такая, система старости нет, и запускайтесь. Я вам серьезно говорю, эта попытка последняя, потому что у нас, ну, у всех есть результат. До встречи в системе старости нет.